Чтобы узнать о Югорском лесе, не обязательно в него идти. В этом убеждены сотрудники Нижневартовского лесничества. Потому они приглашают посетителей на экскурсии в единственный в округе музей леса. Экспозиция занимает всего несколько комнат. Однако здесь собраны самые интересные экземпляры флоры и фауны Югры. Гербарии и семена сибирских растений соседствуют с чучелами обитателей наших лесов. Песец, заяц, лисица, тетерев, утка, осетр и многие другие. Здесь же поделки местных мастеров, связанные с лесной темой. Тематикой и экспонаты, переданные в дар музея из личных коллекций горожан. В ближайшее время экскурсии пройдут для школьников. Впрочем, попасть в музей могут все желающие. Создан он в 2003 году. Для музея это вообще детский возраст, как и для человека, в принципе. Вот здесь уже собраны сотни экспозиций, экземпляров экспозиций. Вот. Это начиная от наши там документы с освоителей Сибири, это еще позапрошлый век и ранее,